Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Рослайт. Сегодня в ролике мы затронем такую тему, как что творится с Рослайт, куда он катится и что с ним вообще будет дальше. Ну а перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита, всем желаю приятного просмотра, ну а мы погнали. Давайте начнем издалека. Я зашел, получается, где-то в 9 месяце того года в эту игру играть пришел вообще. Узнал я ее от друзей. До этого я играл в Таркове, пару каток сделал в Таркове. Я понял то, что эта игра не для меня, потому что там все сложно. То есть там приближено все к реальной жизни. Управление, стрельба, графика и так далее. Все, это было не для меня. Я ее забросил и не играл больше. После этого меня друг позвал, получается, в Рослайт поиграть. Я зашел в эту игру. Понял то, что это тот же самый Тарков, только на минималках. То есть здесь было то, что не хватало Таркову. Допустим, я зашел на карту, мне показывало сразу, где выходы, куда мне бежать, куда не бежать. В Таркове такого уже не было. Из-за этого я тут, в принципе, ушел, потому что я не знал, что делать там. Я не забрался в этом. Ну ладно, сегодня речь не о Таркове, а о Рослайт. Знаете, смотрите, я зашел в игру, получается, поиграли мы там. Мне понравилась эта игра, в принципе. С чем она меня затронула? У нее понятный интерфейс, простое управление, у нее хороший геймплей, то есть ты можешь там и на верстаке хорошо там зарабатывать, даже не играя, то есть в катке, ничего не теряя. Ты можешь в катке запускаться, ты можешь рейтинг запускаться, где у тебя больше было лута, чем в обычке, допустим. Был выбор между мародером или светлячком, то есть у меня, допустим, было 4 захода мародером, я мог спокойно 4 раза брать, мне этого хватало. И так далее. Наступил первый вайп, получается, который я зашел до недели, наверное, до вайпа. Прошел вайп, все, у нас обнулилось, мы заново начали играть. Весь кайф почувствовали, когда все игроки на равных играют, то есть у всех патроны были такие плохие и так далее. Мы развивались прям со всеми в ногу в ногу. Начал развиваться, начал попадать в топ, топ по убийствам, топ по спасениям, там топ по богатству я был в топ-10, топ-3 занимал, короче. Все это начал развиваться, начал снимать ролики, после чего стал медиапартнером, получается, этой игры. Потом начались обновления, у нас, получается, добавили такую функцию, как ваншоты в голову, то, что можно было ваншотить с одной пули в голову. Это многого не понравилось игрокам, ее чуть-чуть порезали, эти ваншоты, но все же так же осталось. Ладно, это все мы стерпели, думаем, ну ладно, новая функция, может быть, еще пригодится. И так было, конечно, крыс дофига, но стало еще больше крыс. Но это съели, ладно, играем дальше. Ждали все вайп, который был декабрьский, получается. Очень долго ждали его. До вайпа, получается, я снимал там видео, снимал обзоры на топ игроков аккаунтов, который занимает топ-2 по богатству всего сервера вообще, всей игры. Наступил вайп, получается, новый вайп, это декабрьский. И игра в корне изменилась. Что с ней стало, я так и не понял. Зачем они это сделали, почему они это сделали. Даже ни намека не было. Да, добавили первое лицо. Очень офигенная тема, мне очень нравится первое лицо. С ним комфортнее играть. Нет таких крыс, как раньше, которые из угла смотрели на тебя. Но постепенно стали добавлять новые обновления, мини-обновления такие. И игра стала умирать. А почему она стала умирать, сейчас мы это и выясним. Значит, смотрите, первое, почему это сделали и чем это многим, кому не нравится, это получается перегруз. Перегруз, боже, зачем это было вообще добавлено, не понимаю. Смотрите, вы берете, допустим, как раньше это было, вы берете снайпу, М700, допустим, да, там АКМ на БПшках, который всем нравится, это оружие. Вы берете с тобой большой рюкзак, чтобы больше лута залутать, да? Запускаетесь там в рейтинг, потому что в рейтинге там был очень хороший лут. Там Реймонд, у него был хороший там сет, с него можно было 5-й сет вывести, 6-й сет вынести, изучить все это. Вы запускаетесь, все, забиваете полный рюкзак, выносите, довольны там то, что вынесли миллион, там миллион, 2 миллиона вынесли. Вы довольны, потому что у вас это большой считался результат. Но после обновления, что мы наблюдаем? То есть вы заходите в первый же день после вайпа, когда я зашел в обычку, я вынес около 8 миллионов. И я офигел, что они сделали с экономикой. Они в ноль убили экономику, просто в ноль убили экономику. Если раньше ты мог спокойно искать компоненты, заходить в верстак, крафтить их, перекрафчивать и продавать. Ты мог даже покупать на черном рынке компоненты, это все перекрафчивать, и ты какую-то маленькую часть, но все равно ты был в плюсе. Сейчас же верстак,
убит полностью в ноль. Там нету смысла ни крафтить, ни продавать, ничего, потому что нету экономики ничего на рынке. Допустим, раньше 6В-шлем, если ты нашел, это была просто сенсация, то, что ты нашел 6В-шлем, да? Ты его изучил, все, ты его можешь покупать, молодец. Решил ты его продать, да? Он там, допустим, стоил 3 миллиона. Это были большие деньги, да, до вайпа получается, это были очень большие деньги. Ты его продал, все. Сейчас же, что мы получаем? 6В-шлем падает с аэдропа. Стоит сколько? Ну, 300 тысяч. Он есть у каждого, он никому не нужен, все уже. Раньше очень ценили 6-е сеты, я их собирал, отлаживал, типа, на рейтинг, чтобы в рейтинг не ходить. Сейчас же 6-й сет выбить, это, блядь, у каждого сличка, который там 2-й ранг, 3-й ранг, есть там фулл склад забитый 6-й сетами. Тем самым смысл было это делать, не понимаю я. Идем дальше. Всеми любимая наш перегруз. То есть, как я и говорил раньше, ты берешь с собой М-ку, допустим, М700, рюкзак, 6-й сет, запускаешься на карту, убиваешь человека, берешь с него его сет, его оружие, патроны, там, жетоны и так далее, и все, и ты не можешь идти, точнее бегать. Ты как черепаха ползешь, люди к тебе прибегают, тебя там убивают, либо не убивают, не важно. Ну суть, ты геймплея чувствуешь буквально на один файт, то есть ты пофайтился с игроком, все, дальше у тебя геймплея не будет. Ты либо оставляешь все его снаряжение и идешь дальше стреляться, либо берешь его снаряжение и как черепаха идешь на выход и выходишь с этим снаряжением. Зачем было добавлять такой перегруз? Не понимаю вообще их. Зачем это нужно было добавлять? Ладно, перегрузы, хорошо. На этом мы пока отпустим этот момент, идем к следующему. Экономика. Если раньше в топ игроков по богатству, допустим, люди каждую неделю там зарабатывали по 200-300 тысяч, это было и нереально. Сейчас же я не вижу этого прибавления миллионов у топ-игроков, потому что никто не играет в эту игру уже. Именно тех, кто раньше играл. Я захожу в рейтинг, и я не вижу тех игроков, которые были раньше. Точнее, они же остались по топу, но прибавления такой суммы, как бывает раньше, нету. Потому что, ну, видимо, игроки перестали уже играть в эту игру. Разрабы убивают эту игру. Не знаю, зачем они убивают. Они пытаются сделать приближенное к Таркову, к реальной жизни. Но зачем делать, если игрокам нравилось то, что было раньше у них. Так, идем дальше. Сделали они, получается, обновление ботов. Теперь боты могут приседать, ложиться, подкрасться тебе незаметно, тихо. Сделали ваншоты у ботов хорошие, они тебя могут прям ваншотить хорошо. Но зачем? Допустим, я беру с собой сеты и захожу, на меня с 50 метров бот из лесу стреляет, хотя я его не вижу, потому что он в лесу находится. Снимает мне всю мою бронь, свой, мой шлем, а я не вижу, откуда стреляет даже, понимаете? Они изменили карту, да, сделали там растительность большую, особенно на Киями. Там деревьев много, но в этих деревьях я не вижу никого. А боты стали стрелять, особенно когда зайдешь в 6-м сете, у них получается и это. Чем выше у тебя сет, тем сложнее для тебя бот становится. То есть ты запускаешься, он тебя ваншотит, ты пока починишься, ты теряешь пластину, ты теряешь прочность брони. По итогу, пока ты дойдешь до чувака, у тебя уже вместо 150, допустим, прочности брони, у тебя остается 100. Ты стреляешь с чуваком, ты его убиваешь, он тебя еще убирает, получается, сет. И в итоге ты, получается, уже идешь с 80% прочности сета. Ты лутаешь с него оружие. Пока ты доковыляешь черепахой до выхода, тебя еще боты накоцают, и по итогу в конце, получается, выхода, я эти сеты выкидываю, просто выкидываю сеты, и голый выхожу из карты, потому что сета дальше смысла нет запускаться с ним. Если ты с ним запустишься дальше в этом же сете, по итогу ты уже в первые же секунды тебя боты сфаншотят и повалят на землю. Так, перейдем дальше. Они добавили новую, получается, валюту, это новый фунт. Не знаю, зачем это вообще было добавлено и смысл вот этого нового фунта. Может, я не понимаю, но они хотят типа с Луны перейти на новый фунт. Зачем, если это все испортило экономику, получается? Опять же, второй уже момент, который портит нашу экономику. Перейдем также к экономике. Смотрите, экономика. Верстак, который раньше можно было писать гайды, я снимал по верстаку, как правильно там его прокачивать, что прокачивать, что лучше фармить, что лучше скрафчивать, какие компоненты лучше собирать.
Сейчас же верстак даже прокачать нельзя. Мне пишут на комментариях, а как мне прокачать верстак? Я нажимаю улучшить, а у меня ничего не происходит. Потому что верстак сломанный, и в принципе его качать не надо. Потому что разработчики так сделали. Молодцы. Давайте начнем, перейдем к луту, да, получается. Лут, что у нас по луту? Если раньше у нас было, допустим, ты нашел видеокарту, это была тоже сенсация, потому что она стоила там больших денег, и ты ее как бы пытался всегда засейвить. Что же сейчас мы наблюдаем? Видеокарта, мало того, что она подешевела, ты закатку сейчас можешь вынести лута больше, чем стоит сама видеокарта. И тем самым видеокарты стали как бы все меньше, меньше, меньше цениться. Раньше, чтобы скрафтить видеокарту, нужно было там 5 цпшек и один телефон. Точно не помню, но что-то такое вроде было. Сейчас же, чтобы скрафтить видюху, надо 25 цпшек и еще какой-то хрени. Но зачем они испортили, зачем они это все изменили, я не понимаю. В общем, к чему я все это клоню? Игру напрочь убили. Давайте захламим хэштегом, получается. Пишите в комментариях, верните старый Lost Light. Чтобы разработчики это увидели, они этот видео по-любому посмотрят. Ютуберы по Lost Light, к вам обращение. Это не реклама, ничего, просто давайте распиарим это видео. Вы записываете видео. Давайте достучимся до этих разрабов, допишемся, дозвонимся там, все что угодно можно сделать, чтобы они увидели и поняли то, что они портят игру, чтобы они хотя бы что-то чуть-чуть вернули назад и изменили к тому Lost Light, который был раньше, потому что в этот Lost Light нереально играть. Я думаю, когда будет вайп, будет прибавка людей, будет большой онлайн, то есть будет быстрые поиски, то есть можно будет нормально пофатиться. Что мы наблюдаем сейчас? Ни онлайна, ни поиска, ни игры, ни хера ничего. Если я раньше заходил, допустим, в игру, да, там, я там, у меня своя жизнь семейная, рабочая, я после работы приходил, спокойно мог запуститься там, поиграть за мариков, за сличка, сыграть пару карток там рейтинга, и все, я был доволен, в принципе. Что я сейчас хочу? Я захожу в Lost Light, запускаюсь за Марика, запускаюсь, потому что у меня всего лишь один запуск за Марика, потом КДшка 15 минут. Зачем это было делать, не знаю. Что мы получаем сейчас? Смотрите, получается, ты запускаешься, убиваешь чувака, забираешь его и ковыряешь на выход. Меня спрашивают часто, почему ты перестал стримить, почему ты не стримишь Lost Light и так далее. А что стримить, скажите, пожалуйста. Я запускаю стрим, это были несколько стримов, то есть, как мы это делаем? Запускаю стрим, запускаюсь на карту, убиваю опять же чуваков, все, и весь мой стрим я показываю так, как я ковыляю еле-еле-еле до выхода. Это никому не интересно смотреть, как ты ковыляешь до выхода. Всем интересны файты, получается, всем интересно смотреть, где я нахожу компоненты. Сейчас же компоненты, это везде их легко найти, на каждой карте. Раньше, если я показывал свой склад, все были в шоке. Вау, у тебя там полмиллиарда луна, как ты на фарме, что ты сделал? Подскажи, пожалуйста, расскажи, как ты сделал. Сейчас же скажут, о, полмиллиарда, что такое, это вообще ни о чем. Я эти полмиллиарда сделаю за несколько дней. Она так и есть, сейчас можно сделать эти по 500 миллионов, там буквально за неделю, если нормально в нее играть. В общем, я высказал свое мнение. Вы можете высказать свое мнение в комментариях под этим видео. Не забывая про хэштег «Верните старый Lost Light». Давайте продвинем это видео. Надеюсь, что в следующем вайпе разработчики додумаются, догадаются, послушают нас и что-то хотя бы вернут из старого Lost Light. Ну а я со всеми прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, ну и пишем комментарии. И подписываемся на канал.